Степан Наливайко родился в 1898 году в селе Константиновка Херсонской губернии в крестьянской семье. Усилиями матушки Степан получил хорошее церковное воспитание, прекрасно знал священное писание и любил читать духовные книги. В 17 году, служа в действующей армии, 19-летний Степан попал в плен, а затем был заключен в концлагерь Ламсдорф. Помощью Божией ему удалось бежать, и, перенеся голод и холод, он пешком пришел в Россию домой, где устроился в храм псаломщиком. С 1923 по 1937 год Степан Наливайко пережил несколько ссылок в лагерях. Его обвиняли в агитации против советской власти. В одной из ссылок он заболел цингой, и у него отнялись ноги. Последнее дело в жизни мученика возникло в 1939 году. Вернувшись из последней ссылки в Симферополь, Степан Пименович ходил молиться в храм на кладбище и общался с прихожанами. 25 октября 1940 года его вновь арестовали и обвинили в антисоветской пропаганде, что он полностью отрицал. Но разумных доводов заключенного власти не желали слушать. И Степан Пименович был приговорен к 5 годам заключения в исправительно-трудовом лагере в Норильске. Оттуда он уже не вернулся. За 3 месяца до окончания срока измученный Степан Пименович Наливайко умер от голода. Двенадцатое февраля. День памяти мученика Стефана Наливайко.